Здравствуйте, любители приключений, путешествий, сталкеры, бушкрафтеры. Пришла такая вот посылочка. Решил я так сказать, потихоньку начать серию про одежду. Заказал вот такую вот флисовую шапочку. Сейчас зима, это актуально. Вот так вот она смотрится. Достаточно плотненько сидит так. Комфортно. Я, честно говоря, вот такие шапки давно уже не ношу. Вот. Но есть моменты, когда вы находитесь, ну, вам реально там ветер, то есть вам уже не до имиджа какого-то, не до моды какой-то. Вот решил протестить шапочку, на улице пронизывающий ветер, очень холодно, но шапка себя оправдывает. Она не, ну, ее не продувает, и в ней очень комфортно, тепло. То есть это не вязаная, а флисовая такая шапочка, можно сказать, как подшлемник. Там у продавца есть разные цвета. Вот он прислал ту, которую мне надо. Я в такой цвет еще хочу себе весеннюю-осеннюю курточку заказать. В общем, у меня сейчас будет небольшая серия по шмотке. То есть я хочу посмотреть, что китайцы будут мне присылать в моих заказах. Как будут проблемы, какие будут с размерами, еще с чем-то. Не знаю, насколько это бренд 5.11, но сделано все, в принципе, прошито, качественно все, комфортно сидит, кстати, прям, не знаю, вот сейчас я ее, может быть, одену, прогуляюсь в ней куда-нибудь, ну, уши закрывает, то есть можно подвернуть, наверное, ее там как-то, кому как удобнее. Переходите по ссылке, недорогая, по-моему, что-то там, ну, в общем, перейдете, посмотрите там, может быть, там будут новогодние скидки. У меня все, всем удачи, пока.